Курская семья Гавриловых-Бартеневых стала победителем в ежегодном областном конкурсе «Семья Соловьиного края» в номинации «Творчество». И победа эта закономерна, ведь старший в семье никто иной, как заслуженный художник России Владимир Бартенев. Его дочь – член Союза художников России, да и четверо детей Юлии – тоже одаренные личности. Вот есть однокурсница у меня на дома, сейчас тоже мама, домохозяйка. И она необыкновенные мягкие игрушки делает, причем они такие, ну, настоящие. Синечка, иди, пожалуйста. Вот так у Юлии Бартеневой проходит любое интервью. Благо, есть кому отвлечь. Юля – мама четверых детей. Я хотела сегодня вам найти рисунки свои детские. У меня все детские рисунки всегда мама с коляской. И там много деток. Просто дело в том, что я у родителей была одна. И я очень тосковала по этому поводу. Я все время их просила. Человек по-хорошему. Купить мне братика или сестричку. Ни брата, ни сестру родители Юли не купили. Зато привили любовь к искусству. Художественная школа, творческие мастерские, худграф. По пути отца, известного скульптора, девушка не пошла, выбрала живопись. На своих холстах она разводит потрясающей красоты цветы и даже строит дома. Это мы когда-то, возвращаясь из женской консультации, в очередной раз с папой ехали по улице Пионеров. И мы увидели такой дом с папой. Нам он очень понравился. Мы выскочили из машины, начали его фотографировать. Юлию давно приняли в профессиональный союз. Ее работу можно найти не только в российских собраниях, но и за границей. И мало кто знает, что пишет художница на кухне, среди кастрюли, чайников, в перерывах между играми и обедами, когда уложит спать младших. Младшие, в свою очередь, тоже любят смешивать краски. Валюша делает это на платье, Арсению уже доверяют мольберт. Мальчик живопись уважает, ведь это любимое мамино занятие. Она у тебя летчик? Нет. Продавец? Нет. А кто она? Пишет. А вот Володя, названный в честь дедушки, несмотря на явные успехи в живописи, все же тянется к скульптуре. Я помогала ему лепить Носова, Воробьева. Старший Иван тоже поддерживает семейное дело. Юлия видит в нем неплохого графика. Она вообще называет себя счастливой женщиной. Муж, дети и родители. Ее поддержка и опора. Рядом живопись, ее страсть и отдушина. И диплом, который им вручили, документально подтверждает, что нет ничего дороже семьи. Мне кажется, даже что вот эта награда – это все-таки подарок опять-таки нашему дедушке к юбилею. То, что вот мы этого достигли. Потому что все это благодаря тому, что он у нас есть, что он нам привил эту любовь, и что это и театр, и живопись, и скульптура, все идет рядом с нами. Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, телеканал «Семь».